Здравствуйте, рада приветствовать вас на своем канале. Сейчас пора грибов, и каждый хочет хоть раз попробовать вырастить их у себя на присадебном участке. Многие делают как? Почистили грибы, и червивые грибы просто высыпали куда-нибудь на усадебном участке под дерево. Но на следующий год грибов там не находят. Почему? Потому что спором надо активироваться. Как это можно сделать? Вот мы пришли из леса, перебрали грибы, и у нас остались червивые. Мы их помещаем в емкость, измельчаем блендером, добавляем туда сахар или мед и оставляем на 2 недели бродить. Через 2 недели перебродившую жижу, вот такая вот перебродившая жижа, ее уже можно выливать на землю, куда-нибудь под елочкой. В этой банке у меня рыжики. Сейчас я ее вылью под елочки. На следующий год будем искать там рыжики. Ой. В этой банке опята. И вот я приготовила такое бревно с мхом. Сейчас я постараюсь равномерно это разлить на бревно. Убери. Так вот разливаем вот эту жижу. Здесь, конечно, попадается не только опята, но в основном здесь опята. Вот мы вылили грибы. И на следующий год теоретически здесь должно быть много опят, а здесь должно быть много рыжиков под елочками. Ну, а в этом ведре у меня лисички, маслята, подберезовики. Тоже все я измельчила блендером, добавила сахар, все перебродила, и сейчас я это разолью. У меня есть свой еловый сад. Каждую елочку я посадила сама. Все, я вылила. Это мой еловый сад. Здесь будет мховый сад. Это моя давняя мечта. Он еще не доделан. В следующем году здесь уже будет все совсем по-другому и будет красиво. Будут большие камни, и на них будет расти мох. И елочки уже подрастут. И более подробно о нем я расскажу в одном из следующих видео. Все, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.